Доброе утро, девочки мои. Погода хорошая. 7 часов утра. На улице плюс 23. В общем, сегодня жара будет у нас. Тем, кто на Дон ходит купаться, хорошо тем, но я не хожу. Пух еще летает. А я уже поставила стирку, искупалась. В общем, короче говоря, начинаю уже день свой. А вот и Настя пришла уже ко мне. Я Насте тортик положила. Очень вкусный торт. Каприска называется. Нет, кокетка называется. Это вот мадам Безы. Такая шляпка. Да. Я ее буду с ним последней. Очень вкусный торт. Такой нежный, воздушный, классный. Настюля, как ты к бабушке съездила? Ну, все было отлично. Я встретила сестру с братом. А там клубничка поспела у бабушки? Ты наелась клубники? Да. Вкусная, сладкая? Да, очень вкусная, ну сладкая особенно. Там еще вишня поспела. А когда мы приехали к моей сестре и к моему брату в гости, нас было 5 человек. Был Кирилл, я, Даша, Захар и... Ну как сказать, моя... Не сестра, а напарница. Что-то такого. Папа сказал, что как-то так. Ну, не важно. Ну, Ксюша. Мы все равно не знаем. Ксюша, 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 Ксюша или Ксюша, или Ксюша. В общем, ну, отдохнула вот. Ты, классно провела, да. Время, да? Кстати, главное, что у бабушки поспели, на огороде поспела клубника, ты ее там наелась. Я тебя, бабушка, описала привет. Хорошо. Тебе тоже, кстати, привет от моих подписчиков. Вот, пишут комментарии. Привет тебе передают. Вот так. Все хорошо. Ну, и вам тоже привет. Всем привет! Ладно, не буду тебя мешать, не буду отвлекать. Давай, кушай тортик. Скоро на тренировочку пойдем. Включу тебе котят смешных. Включила. Я тут нашла какой-то каналчик. Мы с Настей любим смотреть смешных котят. Ну, какой-нибудь канал нахожу и смотрю то, что мы не смотрели. Забавные животные. Вот, сейчас чуть-чуть потише сделаю. Я тут, девчата, порядок наводила. Вчера, сегодня еще. Короче, везде пыль повытирала. И везде все пропылесосила, полики помыла. В общем, все классно. Хоть покажусь вам на глаза, девочки, а то я все за камерой, за камерой. Но на самом деле я вчера начала уборку и как-то так вроде бы не собиралась ничего такого особенного делать. Думаю, ну сейчас пыль повытираю, как-то вроде двери, окна открыты нараспашку, пыль летит и пух немножко тоже проникает, потому что на одном окне есть сетка, а на другом нет. И, в общем, пошла и во все углы позаглядывала, везде пыль повытирала, пропылесосила, помыла полы. И сегодня еще там домывала, где увидела еще, вспомнила, где я помыла. Короче, не стала я снимать уборку, девочки, потому что без камеры все это делается быстрее и как-то, вы знаете, так по настроению. Потому что уборку, конечно, если с камеры снимать, это надо свет поставить, то переставить камеру туда-сюда. В общем, на это много уходит сил и времени. Ну, а сегодня суббота, и я уже решила включиться. Что-нибудь досниму, хоть небольшой вложик вам сниму, а то я что-то давно не снимала с начала недели. В общем-то, пришли выходные, длинные выходные. Завтра у нас День независимости. Кстати, слово «независимость» почему-то в этом году звучит как-то по-особенному. Независимость нашей страны. Вот. В общем, короче говоря, Настюля пришла. На прошлые выходные ездила к бабушке. Вот, на клубнику, и, в общем, наелась ребенок клубнички, но сегодня тортик покушала у меня. А сейчас мы уже собираемся с ней и идем на тренировочку. На улице уже жара, жарища. Приду домой, сразу включу сплит. Я уже последние дни, целый день под сплитом нахожусь дома. А в выходные дни дети мои поедут, наверное, куда-нибудь купаться, загорать. Сын мне говорит, поехали с нами. А я говорю, нетушки, 33-36 градусов за окном, как говорится, а лучше пересижу дома. Не, ну была бы температура хотя бы ниже 30, я еще могла бы куда-то, может, съездить.
А так, честно говоря, я очень плохо переношу жару, так что мне как-то тут комфортнее дома. Вот. Ну а сейчас мы с Настюхой выйдем на улицу. Ну, то на улице я недолго нахожусь. Тем более сейчас время еще только начало 11-го, поэтому я уже, как говорится, в 11, начало 12-го буду дома. Еще не самое пекло попаду. Хотя уже температура поднимается к 30. Ну, сегодня 33 будет жарко. Вот, так что. Ну, что-нибудь, если сниму, то сниму. В общем-то, магазинчик потом зайти собираюсь. В магазине так хорошо. Холодильники работают, ты кайфуешь там возле холодильников, прохладненько, классно. Ладно, девчата. Настюля пока там смотрит этих смешных котиков, собачек. В общем, я тоже люблю отдыхать под этими видео. Ну, долго их смотреть тоже невозможно. В общем, короче говоря, ребенок хотя бы развлекается. Все, девчули, мы вышли. На улице уже жарко, солнце. Вау! Вау! Фух, летит. Я чулечки взяла. Вот так, с чульками лучше. Так. Да, если бы пух не летел, было бы как-то получше. Ну, что делать, что делать? Так. Оп, молодец. Настюля мусор выбросила. Все. Идем сейчас, пойдем по тенечку. Ветра нету, я смотрю, что-то листики почти не шелохаются. Листики, да. Сейчас уже лето, уже это будет какой по счету? Июнь. Июнь. И Первый кстати. месяц лета еще пока что. Я же вам рассказывала про мое день рождения. А мое день рождения было еще давно. В мае у Мне уже тебя 7 лет. 7 лет, да. Ой. Что-то я хочу в этот раз сама вот возле этих розочек сфотошопиться. Ух, какая красота. Ну, вот так вот, если. А если без очков? А да с Настюшкой. Классно, получится такая фотография у нас, наверное. Надеюсь, получится. Все, телепкаем дальше. Бабушка, ты меня с тренировки Не, сегодня папа тебя забирает. Вот в тенечке прямо хорошо. А где забираешь? А вот идем? на солнце было А на защитнее. солнце сразу жарко. Прям сразу припекает. Настюля, у тебя очки солнечные есть? Нет. Не было вообще? Нет. Кстати, нам папа дал денежки на тренировку. Ну, хорошо. Прекрасно. Так. Что сказать, девчата? Идем. Идем на тренировочку. Сейчас на автобус сядем, да, и поедем на Да, вот автобус. на автобусе, дай бог, чтобы там был сплит, или как он, кондиционер. Нет, там будут двери нараспашку. Не, ну вообще должны быть кондиционеры, но я в новостях сегодня посмотрела, что во многих автобусах они или не работают вообще, или не тянут. Что даже вот там прямо чуть ли не штрафуют. Ну, а нам недалеко ехать, несколько остановок, так что мы ничего. Там две остановки и Потерпим. три. Потерпим. Нормально. Так, дорогу мы перешли. Одну перешли, сейчас вторую пойдем переходить. Да, жарковато. Не, вот здесь вот немножко дует ветер, чуть-чуть. Но не очень. Небо абсолютно чистое, видите, ни одного облачка. Посмотрела прогноз погоды. Даже в ближайшие недели, полторы, даже не обещается дождик. Но на следующей неделе будет чуть-чуть попрохладнее где-то. Середины недели будет облачно, но дождя все равно не будет. А хотелось бы, чтобы дождь хороший прошел, и всю эту пыль, и весь этот пух, чтобы он смыл. Так, я пришла в магазин, а в магазине прохладненько, так хорошо, классно. Текс, опачки. А нету тут, чего я хочу. Это плохо. Ладно, пойдем дальше. Кстати, в автобусах тоже и туда ехала, и назад ехала. Было прохладненько, кондиционер работал. Даже прямо
Прям повезло мне, здорово. Так, ладно. Пойду сейчас в соседний магазин, наверное, зайду. Все, девочки, пришла я домой. На улице жара страшная. В общем, я хотела купить тан. Тана не было. Взяла маленькую бутылочку Айран в Пятерочке. Я хочу сделать окрошку. И зашла в ларечек. Клубничка, она у нас по 250, вот такая хорошенькая. Вот эти розовые помидоры по 180 я взяла, большие. Вот. И взяла немножко редиски, зелень. Остальное у меня есть. В общем, буду делать окрошку сегодня. Включила я фильм «На гребне волны». Это фильм. Сейчас вообще много фильмов хороших будет на ТВ-3. Вот сегодня буду как раз, наверное, смотреть фильмы. Не надо будет искать, выбирать. Сейчас сяду резать окрошку возле телевизора. Решила окрошечки сделать немножко. Вот у меня были вареные две картошечки, два яйца, редисочку сейчас, огурец свежий, колбаску. И потом зелень. И вот этот айран со сметанкой. Сейчас вот это все порежу кубиками возле телевизора. Ну вот и все, девочки. Нарезала я себе окрошку немножко. Сделала немножко, чтобы она мне не успела надоесть сильно, потому что лучше ее свежую есть. Ну сегодня, завтра. Может, что-то на послезавтра останется, а может и нет. Кстати, такое блюдо в жару можно есть хоть на завтрак, хоть на обед, хоть на ужин. Блюдо легкое такое, салатик, можно сказать. Вообще кайфовый, кайфучий. Вот самое то, что нужно. В общем, от этого чуть-чуть налью. Я не смешиваю все. Вот я нарезала в кастрюльку, да? И даже лучше не солить. Лучше в тарелке солить, чтобы здесь сок оно не пустило. И все. Так. Ну и вот чуть-чуть сметаночки еще сюда. Вот такая красотища. Пошла я кушать. Кстати говоря, тан можно заменить айраном, можно кефиром, можно квасом. Кто чем хочет, заправляет. Но я и с кефиром ела, и с айраном. Как-то тан мне больше понравился, поэтому я обычно тан беру. Но раз нету тана, значит можно что-то другое. Так, все, погнала есть. Девочки, посмотрела сейчас я триллер на ютубчике. Вот этот вот «Линия горизонта». Хороший триллер такой, приключение, катастрофа. В общем, захватил меня с головой, с удовольствием посмотрела. Сейчас еще какой-нибудь триллер включу. Короче, у меня сегодня день триллеров. Доброе утро, девочки мои. Ой, какая благодать. Проснулась я сегодня рано что-то. Сейчас уже 4:30, уже расцвело. Тишина такая и птички. Поют потихонечку. Классно. Ой, сегодня будет жаркий день. Ветерочек слабенький. Сквознячка нету. Листики шелохаются, да, я вижу. Но дверь открыла, что-то сквозняка нету. Классно встречать рассвет. Небо такое на горизонте. Интересное. Классно. Ой, слышите, как птички поют? Здорово. Так бы и слушала бы еще, и слушала бы их. Еще раз доброе утро, девочки мои. Сегодня у нас День России. Кстати говоря, пришло письмо с госуслуг. Поздравляем с Днем России. Вот так вот, 12 июня, День России называется. Почему-то я думала, День независимости России. Или я перепутала, может быть, а может быть, этот просто теперь по-другому обозначается день. Но там написано, что 12 июня 1990 года, да, была подписана декларация о суверенитете нашей страны России. Так что... Всех поздравляю, всех россиян, всех, кто любит свою родину, кто любит Россию, девочки мои, поздравляю вас с этим праздником. Вот, я сейчас решила, уже кофе попила, решила скатку сделать. И вот сижу и думаю, чем же мне сегодня заняться. Крутится в голове у меня предложение сына поехать с ними
там на соленое озеро вроде собираются или еще куда-то, где у нас водичка, речка. В общем, где-то купаться, загорать. И вы знаете, хочется и колется, и мамка не велит, как говорится. Что-то я боюсь. Что-то я чекаю туда ехать. Да не хочу проблем создавать, потому что я ж не знаю, как я отреагирую на жару. А там может быть тенечка не быть. И вообще 33, 34, 35. В общем, как-то так сегодня будет жарко. И, в общем, я так думала, думала, взвешивала. Думаю, лучше я дома посижу. Найду чем дома заняться. Тем более, сегодня какая-то программа должна быть по телевизору. Концерт там сегодня на Красной площади. Хочу посмотреть, там хорошие артисты будут. Так, решила не закрывать занавеску, чтобы вы видели рассвет и слышали птичек. Но я смотрю, гуляет цвет, затемнение идет. Вот. Решила вот скаточку сделать. Я только я отворачиваюсь куда-то. Куда-то лицо мое темнеет. Я вижу на экране. Ладно, пойду умоюсь, занавеску закрою. И что? Кофе еще попью. Потом телек включу. Что-то я проснулась сегодня рано. Что-то мне не спится. Думала, думала, поехать, не поехать. Раньше вообще с детьми все время везде вместе ездила. Куда они, туда и я. Помню, как-то у меня сын работал на лошадях в Лазаревской, по-моему. И мы с дочкой туда приехали. Хорошо-то время провели. Днем купались, загорали. Вечером на танцульке, на дискотеку. Я с ними вместе везде ходила. Мне было тогда 40 лет. Еще была молодая и энергичная. Да что ж такое, свет гуляет, а? Ладно. Сейчас умоюсь, сделаю все как надо. Ну вот, все сделала я. Вот, теперь гладенькое такое лицо, классное. Видите, закрыла занавеску. Для чего я ее закрываю? Для того, чтобы вот этот свет, освещение не гуляло. Потому что свет уходит туда. Фокус. Фокус гуляет. Так, ну что, надо еще кофейка попить. Утро раннее, а уже жара, духота. Прям вот жаркое все, не знаю. Открыла, сквозняк что-то не помогает. Закрыла. Опять, либо в 5 утра включай сплит. Но на улице-то еще, ну, около 20, наверное, градусов. Ночью сегодня было 20 градусов, да. В общем, ладно, буду пока еще приходить в себя, пока просыпаться. Не знаю, что сегодня делать. Все-таки так и ничего еще не решила. Пока что у меня еще думки гуляют. Но я все-таки больше так склоняюсь дома сидеть. Но, может быть, я выйду куда-нибудь прогуляться, пройтись ненадолго, с утречка, пока еще по прохладе. Пока что думаю, придумаю что-нибудь. Потом, попозже к вам вернусь. Ну что, девочки, вышла я на улицу. Не планировала вообще сегодня из дома выходить. Но мне нужны батарейки. Большие батарейки есть, а мизинчиковых нет. Тыкала-тыкала я пульт. Хотела найти какой-нибудь фильм, сериал на Ютубе. А у меня почему-то на Ютубе кнопки, не кнопки, а там что-то у меня тормозится, в общем. Короче говоря, я вчера батарейки пыталась менять. Но новых батареек нету, не нашла. Ой, на улице так душно, что-то как-то неприятно. Дома уже сплит вовсю работает. Дома классно. Хорошо, что рядышком, далеко идти не надо. В общем, иду я в фикс-прайс, не знаю. Заодно мороженое возьму. Раз уж уже пошла, то уже тогда и мороженое куплю. Солнышко припекает. В общем-то, некомфортно. Ой, хорошо молодежи. Они сейчас пошли купаться, загорать все. Ну, в основном многие люди отдыхают. А я вот не могу долго находиться в такой обстановке. Некомфортная для меня это обстановка. Все, короче, ныряем в магазинчик.
Заодно посмотрю, может быть, что-то новенькое там появилось. Покажу, если что-то есть интересное. Ой, хорошо, магазинчики так прохладненько. Классно. Так, что-то тут есть, ага. Но это я уже потом возьму на обратном пути. Ладно, давайте глянем, что тут хорошего, интересного есть. Девочки, какие-то вентиляторы. Мини-вентилятор, аккумулятор с кабеля. Это что, для машины, наверное? Блокнотики. Обычный блокнот. 59 рублей стоит. Да, раньше это все копеечки стоило. О, сумочка для магазинчика такая хорошенькая. Ну и как-то вроде бы и все. Бумага. Эко. 299. Интересно. О, даже клавиатура. Обычная классическая клавиатура. Стоит 349 рублей. Я что-то такой цены еще здесь не видела. Ну, в общем, все дорожает потихоньку. Что делать? Что с этим делать? Так, посмотрим по-быстренькому, что тут хорошего. Расчески всякие разные. Так, станки. Ну, вот эти станки я не очень люблю. Мне нравятся голубые. Ой, а это что такое? Какие малепусечки. Цены нету. Смотрите, какие маленькие заколочки. Вообще мизерные. Интересно. Сколько стоит, интересно. Так. Ну, в общем-то, я особо тут нового не вижу. Пойдемте дальше. О, очки тут всякие разные, интересно. Очки 149. Я так понимаю, что все по одной цене. В общем, по 150 рублей. Так, ну ладно. Так, кашку я взяла. Кашка по 7,80. Кто-то там пищит, балуется. Разных видов кашка. В общем, взяла я по чуть-чуть всех. Так, а что тут еще хорошего из продуктов? Мини-формат, мини-цена. Это почем? А, 36 грамм тут. 69 рублей. Я не знаю, даже в таком мини-формате я как-то не брала. И не могу даже сказать, хорошо или плохо. Много это или мало. Во всяком случае, вот тут вот в два раза больше. 99 рублей. Но только здесь на ощупь. Здесь не гранулы, скорее всего. А, порошок, правильно. Так и написано, порошок. Понятно. Тут еще какой-то кофе. А вот это кофе сублимированное. Какой-то у него... 249. Ну, это вроде бы подешевле, чем в магазинах в этих. Так, это горячий шоколад, это мне не надо. Что-то новенькое тут появилось. Говядина какая-то. Говядина, собственно, соку тушеная. Ну, я не знаю, что-то я не доверяю этим говядинам, которые особенно вот здесь 99, при том, что дешево очень слишком стоит. Подозрительно. О, я вижу увеличительное стекло с батарейками. 149 стоит. Это интересно. Это где-то, наверное, подсветка. А, вот на картинке видно. Подсветка светит и увеличивает. Читать. Да, ну как-то в другой бы раз я взяла. Но сейчас вот как раз таки и не буду брать. Потому что это не очень нужная вещь. Не так-то часто я читаю. Но, в общем... Вот такой у меня есть с подсветкой. Редко им пользуюсь. Так, ну что, я что-то особо нового тут не вижу, девочки мои. Я вам уже показывала эти шляпочки, кепочки из кухонных принадлежностей. Ну, я так вроде взглянула. Особо ничего нового тут нету. Вот такой вот набор в футляре. Ложка, вилка в футляре. 149. Ну, дороговато, мне кажется. Так, что еще? С одной стороны такая, с другой стороны такая. Вот такие штучки. Подставочка. Все это без ценника. Так, а вот это интересно, что это и сколько стоит. Нету цены. Вот такие контейнеры.
Тут металлическая проволока. Ну, туда что-то складывать. Интересное дело. Ну, оно и стоит, наверное, тоже. Это интересное дело, не так-то мало. В общем, такое дело. Ну, зачем оно мне нужно? Оно мне не нужно. Так, что тут еще? В общем, особо нового ничего нету. Пошла я, девочки, возьму то, что мне нужно, да, и пойду. В общем, включили, то ж я жаловалась, что здесь душно все время, дышать нечем. Включили прям, теперь сильно прям дует. То жарко, то холодно, что даже тут стоять невозможно под ним. Прям холодный ветер дует на меня и все. Так, ну что, ничего нового особого нету, да? Так, батарейки и мороженое. А где у нас тут батарейки? Мне нужны мизинчиковые. Вот эти соляные, не стану я больше брать, они текут. Вот мне такие маленькие нужны. Но только я хотела взять вот эту фирму. Так, значит, я пойду за батарейками. Магазин другой. Здесь я их не вижу. Все, беру мороженое. В общем, каша и мороженое. Все. Так, ну что, батарейки я взяла. В Пятерочке по 270 рублей. А вот почем у нас интересно нынче арбузы? А, 80 рублей килограмм. Дороговато. Вот, кстати говоря, клубника по 100 рублей. Ночью там можно выбрать неплохую клубничку. Кайф. А вот такая почем? 250. А черешня? 150, 280, 250, 380. Ну что, вот это вот хорошее, да? Вот это сколько? Конечно, 280. 280. Ну вот это можно брать. Вот это вот, в принципе, тоже здесь неплохая. Так, короче, есть что выбрать, фрукты. Сейчас возьму чего-нибудь покушать. Все, девочки, я дома. Взяла, короче, я клубнику по 250 и черешню по 250. В общем, вот это все у меня вышло на 270. Довольно-таки приличненько. В общем, буду наслаждаться, кушать, пока есть фрукты, пока они еще не отошли. И вот это я в Пятерочку зашла, девочки. Вот без скидки стоит 270 рублей. Это мизинчиковые батарейки. Со скидкой 256 получилось. Ну, что-то, мне кажется, дороговато. Но выбора нету. В общем, сейчас вставлю в пультик и попробую включить телевизор. Все, девочки, батарейки поставила, пультик у меня заработал. Нашла фильм «Трюкач», уже третью серию смотрю. Ну и буду смотреть дальше. На этом видео свое заканчиваю. Со всеми прощаюсь. Всем пока-пока.